Благотворительные акции от Белорусского союза женщин – это всегда очень теплые и душевные праздники, которые объединяют не только тех, кто нуждается в помощи, но и всех горожан. Ведь так хочется, чтобы последние деньки уходящего лета запомнились своей душевностью. В большом списке организаторов больше 30 фамилий – всех тех, кто в этот день отправился домой с памятными подарками. Первичные организации всех городов республики, районов, поселков стараются собрать портфель ребенку. Вот сегодня мы собираем портфель 12 первоклассникам. Сегодня мы собираем канцелярские товары для 35 семей. В торжественной обстановке ребята и их родители выходили за подарками. Этот пусть и небольшой вклад, и еще один шанс сказать нуждающимся в помощи людям, что они не одиноки, что их проблемы интересуют других. Большое спасибо и от меня лично, и от всех моих детей, потому что, это... очень приятно. Даже, знаете, Марина Николаевна вот Житинева, да, она приглашает нас все время в парикмахерскую Афабель, да, и там девочки тоже очень молодцы, мастера, которые тоже доставляют удовольствие детям вот многодетных семей и стригут бесплатно. То есть у меня вчера дети пришли, да, они были настолько довольны и счастливы, потому что они не только получили там стрижки мальчики, да, но девочек еще и заплели красиво. То есть вот столько было удовольствия. Поэтому большое спасибо всем организаторам, кто делает, кто вот, дарит такие приятные сюрпризы. Конечно же, хорошее настроение и только положительные эмоции гарантировали гостям праздника артисты. Они подготовили большое количество сюрпризов, так что и малышам, и родителям скучать было просто некогда.